Я вже пару днів ходила, я чувствовала, ну, от уже, от скоро, скоро, скоро. І це було тяжело. А коли я написала пісню, це було легко. Посмотри в мої глаза. Всегда сначала музыка, потом лирика, и всегда вместе. То есть все, что я исполняю, это, в принципе, все моих рук дел. Джазова дівчина. У п'ятницю 10 червня о 14:20 на ОТБ.